Всем привет, с вами я, Артвас, и сегодня у нас 11 игроков Барселоны в драфте. В этой серии, так сказать, я могу сделать такую себе ограничение, несмотря на прошлую часть. Из-за того, что я сказал, что в прошлых роликах игроков Барселоны падает очень часто, я хочу сделать максимум 10 драфтов, которые я могу сыграть. И из этих 10 драфтов, мне кажется, вообще с легкостью можно собрать 11, и то там до 15 игроков Барселоны в драфте. Давайте тогда выберем сразу 4-3-3 схему и Фабрегаса, потому что он играл в Барселоне. И сразу Суарес, Гризман и Криштиану Роналду. Но я возьму Суарес. Видаль, еще один игрок Барселоны. И Тиаго. Тиаго вроде играл, если я ничего не путаю, но я не буду его брать, потому что есть Видаль, в котором я точно уверен. И тут есть Хектор Беллерин, который вроде как играл в Барселоне. Точно не помню. Силисон, еще один игрок Барселоны. У нас получается уже 5 игроков Барселоны. Рафиня, еще один игрок Барса. Ну и тут никого. У нас получается уже 6 игроков. Ну, это плохой результат, давайте тогда следующий драфт. Давайте выберем 100% с флангами и давайте, 4-3-3, вторая. Неймар, хорошо. Или Делофео. Неймар или Делофео? Давайте Делофео, потому что Неймар еще может выпасть, а вот Делофео не может не выпасть. И вот Артур, еще один игрок Барсы. Ну, тут Фабрегас, конечно же. Точно не знаю, Карлос Альберто играл или нет. За Нети, только за Интер. Возьму Карлоса Альберто на всякий случай. Пепе Рейна и Нето. Пепе Рейна, я не знаю, играл или не играл. Вроде играл. А вот Нето 100% играл. Ну, точнее, играет. И вот Лингле сразу же. Или Серджи Роберто. Давайте Лингле. О, 95 карточка Анри. Ну, ее в FIFA, конечно, нет, вроде как, если что не туплю, но Мэдфуд добавили. Анана, хорош. Он 100% играл в Барселоне, я это где-то слышал. Поэтому возьмем. И Фрэнки де Йонг сразу же. Иньеста, хорош. Видаль, Иньеста. Все, уже ГГ. Ну, получается 9 игроков Барселоны. Давайте возьмем 4-4-2. И тут Суарес сразу выпадает. Ай. Тут должен, конечно же, Гризман. Хорош. Денис Суарес. Денис, хорош. Еще один игрок Барса. Пьянич. Или Артур. О, Пьянич. Динь. Вообще, зуй, Адама Трауре. Динь или Адама Трауре. Давайте Диня. Ленгле. Семеду. Блин, вот его сейчас сыпят. Или Серджи Роберто. Давай Серджи Роберто. Альба. Или Месси. Месси, конечно же. Не получилось собрать 11 игроков Барселоны, потому что тут еще 3 игрока, конечно же, осталось. Не знаю, может, они играли. Можете посмотреть, кто остался у меня. Может, Эрнандес там играли, кто-то из них. Но тоже одна из лучших попыток. Поэтому давайте следующий драфт. Это не 11 игроков Барселоны. Опять не хватает 2 игроков. Так, ну это точно последний драфт. Давайте выберем 3-4-1-2. И сразу Суарес. Гризман. Фати, хорош, третий. Возможно, будущий игрок Барселоны, это Депай. Паулиньо, хорош, четвертый. Пятый, Пьянич. Шестой, Умтити. Седьмой, Джерар Пике, наконец-то. Еще один, это Иньеста. Артур, еще один. Ленглея. Это получается, не хватает только одного игрока. Блин, если честно, я не хочу больше никаких драфтов играть, искать игроков. Я надеюсь, вы меня простите, и
Я засчитаю как за 11-го игрока Барселоны. Это, возможно, будущего игрока Барселоны. Это Мемфис Депай. Честно, на моей совести, но я почему-то уверен, что этот игрок будет в Барселоне. И сейчас у меня 11 игроков Барселоны. Надеюсь, вы меня простите это, но... Блин, а что еще делать? Блин. Ну ладно, короче, если вам это понравился ролик, то поставьте лайки там. Если вы хотите еще больше таких роликов, то подпишитесь на канал. Ну, с вами был я, Артвас. Всем удачи, всем пока.